Протяни руку помощи. Депутаты городского округа Люберцы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провели благотворительную акцию. В рамках празднования Международного дня защиты детей они посетили семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Алло, добрый день. Комиссия по делам несовершеннолетних. Таких гостей в этот день встречали 30 семей городского округа Люберцы. В каждый дом, где воспитываются малыши, они пришли не с пустыми руками. Повод особенный – празднование Дня защиты детей. А в качестве подарков то, что больше всего любит детвора – игрушки. От имени главы городского округа Люберцы тебе вот такой замечательный конструктор. Держи. Спасибо. Семьи, которые находятся в социально опасном положении, больше всех нуждаются в поддержке. Поэтому подобные акции проходят на территории городского округа регулярно. Ежегодно во время новогодних и других праздников местные депутаты совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав навещают детей, которые по той или иной причине оказались в трудной жизненной ситуации. Хочу призвать всех наших жителей, да, также подключаться к подобным акциям, да, потому что подобные акции делают нас добрее, теплее и, в общем-то, от этого, наверное, и жить как бы веселее, да, в нашем городе. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.